Всем привет, мы на канале Мусалим. Хайлендер у нас в работе. Небольшой обзорчиком по штатной шумоизоляции. Мы уже салон раскидали. В дверях пустота полная. Вот так все звучит. Дверь огромная. В салоне присутствует вот таким образом штатная шумоизоляция. Небольшими пластами, но она есть. Вот все, пропылесосим, обезжирим. Горячий материал будет ложиться, он у нас прогревается в печке. В багажнике арки пустые. Здесь даже маленького кусочка, к сожалению, нету. Штатная шумоизоляция. Крылья пустые и звонкие. Максимальный комплект будем использовать в данном автомобиле. Всем спасибо, пока-пока.